я понимала, что я умею это делать. Я 5 лет занималась с маникюром Киви. Вот, и чтобы начать что-то делать, работать надо было. И поэтому начала принимать сначала в ошлётке, а потом мне мало, стало мало клиентов, поэтому начала расширяться. Я хотела сама открыть, но я понимала, что сама я не могу, мне финансово просто не позволит не купить кресло для педикюра, ни стол маникюрный, поэтому спасибо большое АМ, которые мне помогли сделать этот первый шаг. Received humanitarian assistance, but she also is a key part of the success of her own story. She went out and she found a location where she can start a business. She has developed clientele. She is seeking ways to increase her client base. So it is just so incredibly impressive what a fairly limited amount of humanitarian assistance can result in for someone's life and the difference that it makes.